доме, в том. А вам там тесно? Ну, я думаю, тесновато, да. Не сильно много пространства. А вот этот дом у вас? Да. Сколько вы его строите? Очень долго, с 13-го года. А почему долго? Потому что денег нет. Как выяснилось, самая большая проблема и нужда этой семьи – это жилище, дом, который они уже больше 10 лет пытаются построить. С этого момента решится ваша проблема с вашим домом. Неужели в жизни так бывает? Нарушено все, что можно было нарушить, но это все поправимо. Но милости просим, ваш дом, который вы строили 10 лет.